В регионах страны активно готовятся к новому учебному году. Как будут обеспечивать безопасность школьников, обсудили сегодня на очередном заседании антитеррористической комиссии. С подробностями Дмитрий Ковалев. Мы должны и обязаны мобилизовать силы и усилия для того, чтобы обеспечить день 1 сентября, начало нового учебного года, на самом деле, чтобы все прошло красочно, благополучно. Отдельные предпосылки мы в реальности имеем, и поэтому здесь бдительность мы не должны терять. Пожарные датчики, видеокамеры, тревожные кнопки – это минимальный набор приборов, которыми оснащают все школы республики. Но только на технику полагаться не стоит. Дети должны учиться под постоянным контролем специализированной охраны. Министр образования региона отмечает, что все проблемные вопросы решены. Стены школ неприступны. Приказом Министерства образования Чувашской Республики создана постоянно действующая антитеррористическая рабочая группа. Утвержден ее состав и план работы. Ее в составе представители МЧС, Министерства внутренних дел, Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии, Управления государственного дорожного надзора, Управления Роспотребнадзора, Инспекции труда. На ее заседаниях рабочей группы обсуждаются нарушения, выявленные в ходе надзорной деятельности. Глава региона отметил, что в чрезвычайных ситуациях школьники и преподаватели должны вести себя умело. И этому тоже надо обучать. В рамках Мещенко гражданской защиты в сентябре необходимо провести тренировки по отработке порядка действий персонала и учащихся при возникновении угрозы или совершении террористического акта. И такие тренировки в новом учебном году намерены проводить регулярно. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.